Именно на Киевском метрополитене впервые внедрена для всех видов подвижного состава система автоматического регулирования скорости ARS-ALS с двойным дублированием, автономным устройством и устройством ограничения скорости. Система автоматического регулирования скорости значительно облегчает работу машиниста в условиях интенсивного движения поездов и обеспечивает полную безопасность движения. Система сама контролирует действия машиниста. С помощью специальной аппаратуры, размещенной вдоль пути, она анализирует скорость движения и расстояние до впереди идущего поезда или препятствия и выдает на локомотивный указатель максимально допустимую величину скорости поезда в данный момент. В случае превышения допустимой скорости система ARS остановит. Принципиально новым техническим решением этих проблем стала система управления работой станции СУРСТ. Контроль за передвижением пассажиров по станции ведется с помощью телекамер, а управление станционными устройствами и движением поездов при помощи автоматизированных систем на базе микропроцессоров. В итоге автоматизировано свыше 100 технологических операций, которые раньше дежурные по станции выполняли вручную. Завтра эти поезда вновь выйдут на линию и повезут людей в разные концы города. С вводом в эксплуатацию комплекса объединенных мастерских на Киевском метрополитене практически завершено создание собственной производственной базы. В депо и мастерских восстанавливают моторесурс вагонов, эскалаторов и другого оборудования. Все работы, от устранения мелкой неисправности до капитального ремонта, выполняют только своими силами. Четко и бесперебойно. За 30 лет поезда метрополитена перевезли свыше 6 миллиардов человек. Вот уже и 30 лет Киевскому третьему в Советском Союзе метрополитену. Ближайшая перспектива Киевского метрополитена – это развитие Сырецко-Печерской линии, как в сторону Осокорков через Южный мостовой переход новый, так и в сторону Ветряных гор. Сейчас рассматривается вопрос утверждения четвертой линии Подольско-Воскресенской. Открываются новые линии, входят в строй новые станции Киевского метро. Каким будет его будущее, во многом зависит от молодых. Техшкола Киевского метрополитена готовит специалистов всех профессий и полностью обеспечивает потребность метро в кадрах. Более того, здесь выпускает специалистов и для других метрополитенов страны, и для метрополитенов Софии. Учитель и ученик, ветеран и начинающий. Их судьбы сплетены незримой нитью. Иван Андреевич Виноградов, мастер производственного обучения. Он был в бригаде, которая вела первый поезд в день открытия метро. Теперь он готовит первый рейс молодых. Thank you.
Еще не очень уверен. Не совсем профессиональное движение. Еще нужны поддержка и надежная рука рядом. Но поезд трогается, набирает ход. Первый шаг. Позади ученичество, впереди путь к мастерству, путь в серьезную профессию. А город растет, и вместе с ним будет расти его метро.